Доброе утро! Приветствую всех ребят в мастерской вместе с Каркушей. И Сережей! Ой, секундочку, Каркуша. Телефон звонит. Кто это? Да, это бабушка. О, передавай от меня привет. Хорошо. Алло, алло, да, бабуль, привет. Все отлично, хорошо, на работе сейчас. Да, чувствую себя великолепно. Давай тебе перезвоню минут через 20. У тебя все хорошо? Ну, чудесно, привет от Каркуши. Ага. А знаешь, Сережа, ой, так хочется сделать всем бабушкам и дедушкам, ну, какой-то приятный подарок. Ну, отблагодарить их за тепло и заботу. Каркуша, отличная идея. Давай сегодня смастерим поделку им в подарок. Веселую и простую. Надеюсь, наши любимые бабушки и дедушки оценят. Ура! Начинаем мастерить! Отправляюсь к полке выручайки. Итак, вот это пригодится. Так, маркеры, конечно, бумага. Отлично. Что еще? Угу. Карандаши. Еще маркеры. Вот эти две крышечки. Готово. Так. Сережа, а разве из этого выйдет хороший подарок? Ну, Каркуша, зачем ты так говоришь? Мы же находимся в мастерской. И тут самые простые вещи становятся очень красивыми. Ну, хорошо. С чего начнем? Возьмем сложенный пополам лист бумаги. Приложим к нему одну крышку. Обводим. Кружочек. И потом второй рисуем чуть ниже. Рядом нарисуем то же самое. Теперь эти кружки превратим в изображение бабушки и дедушки. И как? Очень просто. Нарисуем вот здесь голову, здесь глаза. Беру черный маркер, начинаю обводить. У бабушки будет вот здесь пучок волос. Скорее, не валяшки, Каркуша. Неваляшка – это старинная детская игрушка. Принцип устройства этой куклы очень прост. За основу берут круглую пустую емкость, внутрь которой устанавливают грузило. Благодаря этому игрушка не может опрокидываться на бок и всегда встает, занимая вертикальное положение. Смотри, Каркуша, я нарисовал фигурки бабушки и дедушки и уже вырезаю их. Аккуратненько, идем прямо по контуру. И сейчас я ребятам покажу, зачем нужно было складывать бумажку вдвое. Вот, ребята, смотрите, должны получиться две такие детали. Отложим их. И возьмем пластиковую крышку. Далее берем кусок пластилина. Очень интересно. И зачем нам пластилин? Что мы из него будем лепить? Ничего, Каркуша. Пластилин нужно положить внутрь крышки для веса и равновесия. Вот так вот. Пластилин должен занимать половину крышки. Теперь приклеим сверху фигурку дедушки. Я капаю чуть-чуть горячего клея и приклеиваю вот сюда. Готово. С обратной стороны приклеиваю вот эту деталь прямо к пластилину. Так. Давайте посмотрим, что получилось. Он качается, как неваляшка. Здорово! Давай фигурку бабушки так же сделаем. Конечно, Каркуша. Пластилин внутрь крышечки.
распределяем. Так. И вторую деталь фиксируем с помощью пластилина. Готово? Ну-ка. И оп. Секундочку. О, бабушка и дедушка вместе пошли в пляс. Вот. Достаточно чуть-чуть толкнуть, и они качаются вправо-влево, вправо-влево. Красота! Ребята, уверен, ваши родные оценят этот милый маленький подарок. Сделанный своими руками. А на сегодня это все. С добрым утром, малыши! Увидимся в мастерской! Ха-ха-ха! До встречи!